С нами Андрей Ковалев. Сегодня мы находимся на мероприятии «Российская красавица». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Столько окружает вас красивых девушек. Я еще слышала, что вы будете в жюри. Андрей, скажите, сложно ли это выбирать из таких прекрасных девушек самую красивую? И были ли вы еще на подобных конкурсах ранее? Не, ну конечно, меня часто приглашают на конкурсы красоты, участвовать в жюри и спеть несколько песен. Конечно, это очень сложно. У нас же выбирать не только по внешней красоте, но и по внутренней, чтобы и талант, и душа, и творческие способности, все, что это было вот каким-то таким единым целым. А есть какой-то определенный критерий, по которому вот должен он быть в любой девушке для вас именно? Ну, вообще я на первое место ставлю такое качество человеческое, как порядочность. Конечно, бывает, что я ошибаюсь в своей жизни, но все-таки жизненный опыт позволяет мне как-то угадать. Если я вижу, что девочка порядочная, да еще и красивая к тому же, значит, она закономерно может давать на первое место. Ясно. А, Андрей, скажите, вы здесь будете петь сегодня, исполнять какие-то композиции свои? Сегодня петь не буду, но на финальном конкурсе, конечно, просили, конечно, спою. Я человек добрый, мне не жалко. Ну вот, а что вы сейчас хотите пожелать вот девушкам, которые сейчас волнуются, готовятся, что бы вот вы пожелали? Самое главное – это не победа, а участие. И, конечно, я понимаю, что каждый из них хочется занять первое место. Я уверен, что там будут слезы, у кого-то слезы радости, у кого-то слезы горя. Но все-таки жизнь, она очень длинная, долгая. И самое главное в жизни – это любовь. Поэтому я пожелаю им всем любиться удачно, и чтобы у каждой из них было очень много-много-много детишек. Большое спасибо, Андрей. Спасибо за интервью. С вами была программа «Топ-кадр». Андрей Ковалев.